Всем привет! Сегодня приправа клуб готовит персиковый компот. И первое, что нам нужно сделать, это промыть персики и разрезать их на 4 части. Теперь персики перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Будущий компот доводим до кипения и только после этого высыпаем сахар. И отправляем покипеть еще минут 5-7. Персики вынимаем из компота, аккуратно снимаем с них кожуру. Она снимается очень легко. Сами персики можно подавать как отдельный десерт.